Огород круглый год, можно ли сажать базилик под зиму и как сделать это правильно? Добавить комментарий. Ваш комментарий популярные разделы «Цветы розы актуальные». Зимой популярные статьи. Поиск по сайту найти, можно ли сажать базилик под зиму. Так как базилик – теплолюбивое, нежное растение, посадка семян в открытый грунт под зиму возможна только в южных областях, где зима теплая, бесснежная. Осенние посадки утепляют на зиму. Весной с установлением теплой погоды появляются всходы. В остальных климатических зонах подзимние посадки душистой пряности делают только в домашних условиях. На приусадебных участках в зимнее время теплолюбивая культура не выдержит понижения температуры почвы до минусовых значений. Поэтому оптимальный вариант – домашнее проращивание базилика. Преимущества и недостатки подзимнего посева. К преимуществам подзимнего посева относят получение зелени ранней весной. Облегчение ухода при домашнем выращивании, емкости с посевами легко перемещать в подходящее место, посеянной в южных районах в открытую почву базилик проходит закалку в почве. Недостатки подзимнего посева, при значительном понижении температуры выращиваемой на участке базилик может погибнуть, при недостаточном солнечном освещении ранней весной всходы будут вытянутыми, тонкими. Подходящие сорта к самым распространенным сортам для подзимнего выращивания относятся базилик овощной маркиз, среднеспелый холодостойкий сорт. Срок созревания составляет 55-60 дней. Сорт отличается обильно ветвистым, полураскидистым кустиком с крепким прямостоячим стеблем. Высота кустика 22-25 см, листья насыщенно зеленые, мелкие, гладкие, имеют форму эллипса. Края листьев слабозубчатые. Цветки белого цвета. Вес кустиков достигает 140-150 грамм. Урожайность овощного базилика составляет 1,3-1,5 килограмма м в квадрате. Сорт характеризуется сильным перечно-гвоздичным ароматом. Допущен к выращиванию во всех регионах страны. Гвоздичный, раннеспелый сорт, до первой срезки проходит 35-40 дней. Куст компактный, хорошо облиственный, высота 30-37 см. Листья ярко-зеленые, удлиненные, края зубчатые. Цветы мелкие, белые, собраны в гроздья. Листья источают аромат гвоздики с анисовыми нотками. Сорт выращивают рассадным методом в теплице, в открытый грунт пересаживают в июне. При домашнем выращивании цветение продолжается круглый год. Ереванский, мексиканский, фиолетовый, базилик, имеющий аромат свежезаваренного чая с нотками душистого черного перца. Это высокоурожайный сорт, дающий до 3 кг м в квадрате. Период вегетации длится 140-150 дней, что позволяет срезать листья 2-3 раза за сезон. Сильный аромат фиолетового базилика не переносят комары, мошки. Посаженный возле дома, ереванский базилик служит хорошим средством для отпугивания кровососущих насекомых. Благодаря регулярному удалению цветоносов, прищипыванию молодых побегов растение превращается в хорошо облиственный крепкий кустик. Сорт используют в свежем виде, в качестве приправы к салатам. Сочетание фиолетовых листьев и розовых цветов красиво смотрится при декорировании газонов. Сроки посадки в условиях теплого климата, мягких зим, осенний посев пряности в открытый грунт проводят в октябре-ноябре. При домашнем выращивании во всех остальных регионах высадку семян начинают в декабре, полученную рассаду высаживают в теплице в конце марта, в апреле. В открытый грунт молодые кустики сажают в конце мая, июня, когда почва прогреется до плюс 15 градусов, и исчезнет угроза возвратных заморозков. Сроки высадки зависят от погодных условий региона выращивания. Подготовка посадочного материала и почвы. Для посадки базилика выбирают длинные пластиковые контейнеры, деревянные ящики, вазоны для цветов. Емкость должна быть высотой 25-28 см, просторной, чтобы кустики базилика не затемняли друг друга. В контейнеры на дно сначала насыпают дренажный слой из керамзита, затем плодородную, легкую землю. Готовый субстрат покупают в садовых центрах или готовят самостоятельно. Для этого берут садовую землю, торф, перегной, песок в соотношении 1:4, 1:1. Чтобы обеззаразить субстрат от возбудителей болезней и находящихся в нем личинок насекомых-паразитов, его прогревают в духовке 30-40 минут. Семена перед высадкой замачивают на 3-4 часа в теплой воде, чтобы растворились эфирные масла, покрывающие семена.
Наличие этих масел будет затруднять всхожесть семян. Затем семена погружают на 1 час в розовый раствор марганцовки для дезинфекции и устранения патогенных грибков. Технология посева: при посадке под зиму в открытый грунт семена сажают сухими, без замачивания, так как влажные перемерзнут в холодной почве и утратят способность к прорастанию. Если посадка семян проводится в домашних условиях, используют обработанный семенной материал. Семенами при посадке семян пряности на открытом участке под зиму делают грядки глубиной 2-2,5 см, чтобы слой земли не дал им промерзнуть. Семена укладывают на расстоянии 8 см друг от друга. Между рядками оставляют промежуток 15-20 см. Почву не поливают, чтобы семена не проросли до наступления весны, раскладывают на ней слой мульчи. Над грядками делают укрытие из агроволокна, натягивая его на каркас, установленный вокруг участка. Это создаст воздушную прослойку, позволяющую предотвратить перемерзание семян. При выращивании в домашних условиях обработанные и подсушенные на бумажной салфетке семена укладывают в приготовленные емкости с питательным субстратом. На почве делают бороздки глубиной 1 см, увлажняют теплой водой, укладывают семена на расстоянии 2 см, между рядками выдерживают промежуток 7-8 см. Семена накрывают тонким слоем субстрата, немного уплотняют рукой. Емкость накрывают прозрачной полиэтиленовой пленкой, переставляют в теплое, светлое место. Лучшее место для прорастания рассады – подоконник, под которым находятся теплые батареи. Для устранения конденсата пленку периодически приподнимают, обеспечивая доступ воздуха. После появления всходов пленку убирают. Рассаду продолжают выращивать на солнечных подоконниках или под светодиодными лампами. Загущенные посадки базилика прореживают, увеличивая расстояние между ростками до 8-10 см. Более слабые экземпляры высаживают в отдельные торфяные горшочки, где они наберутся сил для последующей высадки в теплице. Через рассаду окрепшую рассаду пикируют на грядке в теплице в первых числах апреля. Рассаду осторожно извлекают из общей емкости вместе с грунтом, чтобы не повредить корневую систему. Каждое растение помещают в отдельную увлажненную лунку, углубляют его до первых нижних листиков. Между всходами оставляют промежуток 15 см, между рядками 25 см. В теплице поддерживают температуру плюс 23, плюс 25 градусов. Помещение регулярно проветривают. Поливают молодые растения теплой, отстоянной водой. Каждые 2 недели их подкармливают комплексными удобрениями. Внесение азота способствует бурному росту зеленой массы. Для подкормки 15 грамм мочевины разводят в 10 литров воды. Поливают нехолодным раствором под корень. Внесение калия, фосфора стимулирует активную выработку эфирных масел. Фосфорно-калиевую подкормку проводят через 15 дней после азотной. Для этого применяют состав 20 грамм суперфосфата, 15 грамм сульфата калия разводят в 10 литров воды. Минеральные подкормки чередуют с внесением органики. Готовят растворы птичьего помета, навоза, древесной золы. После полива в грядке рыхлят, удаляют сорную траву. Дальнейший уход в открытый грунт базилик высаживают в начале июня. Для культуры отводят солнечный участок. Почву готовят осенью, перекапывая ее с внесением древесной золы, сухого навоза 1,5 кг М в квадрате, суперфосфата 40 грамм М в квадрате, калиевой селитры 20 грамм М в квадрате. Поливы проводят в утреннее время теплой водой. Для растения полезно периодическое орошение листьев пульверизатором. Поливы проводят по мере высыхания верхнего слоя почвы. Базилику требуется регулярное прищипывание, способствующее нарастанию дополнительных побегов. Подкармливают культуру органикой, растворами куриного помета, час 20 минут, сухого коровяка, час 10 минут. Подкормки проводят только на увлажненную почву. Во время роста базилика регулярно удаляют сорняки, рыхлят грядки. Появившиеся бутоны удаляют, так как при цветении зелень начинает горчить. Защита от болезней и вредителей. Самые распространенные заболевания базилика – пожелтение листьев. Ярко-зеленые листики становятся желтого цвета. Причина кроется в недостатке питательных веществ в почве. Проблему устраняют внесением комплексных удобрений. Скручивание листьев наблюдается при чрезмерных поливах. Опадение листьев происходит в результате пересыхания почвы. Черная ножка появляется в условиях переувлажнения почвы.
Стебель растения на уровне почвы темнеет, становится мягким, растение падает. Пораженные ростки удаляют, оставшиеся обрабатывают раствором медного купороса 5 грамм, 2 литра воды. Фузариоз проявляется в виде точек черного цвета на листьях. Болезнь возникает в условиях высокой температуры и повышенной влажности воздуха. Листья скручиваются, чернеют, постепенно темнеет и стебель. В начальной стадии болезнь лечат настоем луковой шелухи, 1-4, его готовят сутки, опрыскивают кусты. Опасные вредители растения, тля, питается соком листьев и стеблей. Признаки ее появления – скручивание края листьев, замедленный рост стебля, сахаристые выделения на листьях. Для борьбы с паразитом применяют настой чеснока, лука, томатной ботвы, тысячелистника. Обработки проводят каждые 7 дней. Слизни поедают молодые побеги. Для устранения слизней между кустами посыпают тертую яичную скорлупу, сухую кофейную гущу. Нюансы выращивания в теплице и открытом грунте. Условия выращивания базилика в открытом грунте отличаются от тепличного культивирования. Микроклимат теплицы позволяет высаживать пряность, независимо от климатических условий региона. В тепличных условиях пряность активно растет и развивается, так как на нее не влияют перепады дневных и ночных температур. В теплице возможен сбор урожая в течение всего года. Высаженный в открытый грунт базилик нуждается в укрытиях при понижении температуры в ночное время. Его выращивание напрямую зависит от погодных условий. Сбор урожая цветения базилика начинается в середине июля. К этому моменту растение превращается в хорошо облиственный куст. Зелень пряного растения срезают выборочно. Для этого отбирают самые длинные побеги с хорошо развитыми листиками. Верхушечную часть стебля длиной 3-4 см осторожно срезают ножницами. Обрезка стимулирует кустик к наращиванию новых боковых побегов. Таким образом, фермеры снимают урожай трижды за сезон. Пряности собирают до начала цветения, так как в это время в листьях сосредотачивается наибольшая концентрация эфирных масел и полезных веществ. Срезанные побеги употребляют в свежем виде или высушивают для длительного хранения. Зелень промывают водой, связывают ниткой в букетик, подвешивают за стебельки в сухом помещении. Некоторые хозяйки сушат душистое растение в духовке в течение часа при температуре плюс 40 градусов Цельсия. Главное, не передержать по времени, чтобы базилик не утратил полезные свойства. Степень засушки листьев определяют по легкому хрусту при сжатии. Засушенную пряность укладывают в стеклянную банку с герметичной крышкой, помещают в сухое место для хранения. Высушенное растение надолго сохраняет аромат. Заключение базилик – популярная полезная пряность. Душистую зелень добавляют в салаты, мясные и рыбные гарниры. Потребность в свежей зелени существует в любое время года. Многие огородники освоили подзимнюю посадку базилика. При соблюдении правильной агротехники выращивания душистая пряность будет давать полезную зелень до поздней осени. Базилик. Новый эффективный способ посадки. 19.02. 2016 год. Watch this video on YouTube.